28 января, в день праздника армянской армии, еще один армянский солдат покончил с собой в оккупированном Карабахе. Военнослужащий одной из воинских частей вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, Энвер Аветисян, получил огнестрельное ранение. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает Даяс, со ссылкой на армянские СМИ. Солдат-срочник получил ранение в результате собственного выстрела, уточнил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцерун Аванесян. Напомним, что это очередной смертный случай в армянской армии за последние несколько дней. 24 января на территории одной из воинских частей в оккупированном Карабахе произошел инцидент. В результате которого один солдат погиб, двое получили ранения. Состояние одного из раненых, Генри Айка Закарьяна, остается крайне тяжелым. А 22 января, там же, в Карабахе, в результате, как сообщается, несчастного случая, погиб военнослужащий контрактник Артур Наубандян. Подробности инцидентов Минобороны не раскрывает, но по данным других источников, речь идет о фактах дедовщины, криминальных порядках и деморализации в оккупационных подразделениях вооруженных силах Армении, передает Даяс. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.